Сейчас будем выдвигаться, поедем на двух квадрах. В первом квадре едут бармен Агат, остальные едут со мной. После того, как спешимся, кабан пойдет первым. Бармен, займешь со мной позицию, будешь меня прикрывать, когда я буду работать. Агат, смотри с 30-го, откроешь трансляцию на ВОК. И смотри за подходами к нашей группе. Найдем цель, после отработы, значит, опять оттягиваешься назад, занимаешь позицию и контролируешь отход всей группы. Берем с собой только стрелкотню, ничего лишнего с собой не берем. Проверьте связь, проверьте оружие. Вопрос. Хорошо. С Богом. Окей. Беспилотник, квадрокоптер высоко. На работу ходим, но не на завод. Чеку и прицеплю гранату прямо в логово нацистов и храняю, мне так надо. Эй, засеку врагов, вызову огонь. Ой, микрофон в окоп, я не беру с собой. Боже мой, это же легко, дружить с головой. Если ты мой враг, то квадрик уже кружит над тобой. Игра здесь не игрушки, здесь война и все по-взрослому. Осколки мины, воздух рвут на части острые. Артиллерия, это бог войны. Мы его глаза видим с темноты, и мы с ними на ты. Я наблюдаю в дисплей, как нейросеть отделяет людей от зверей. Наши враги опять стали в кучу, они получат опалеем. Так каждый день делаем то, что другие не могут, ведь это нам делать не лень. Делаем ад, как летим вверх. Это мой склад, это мой гейнг. Квадрик рассекает воздух, моя боевая птица Мавик, он же беспилотник. Матрис 30, это бомба, FPV за нами, сила лучшая в этой игре. Это Спарта, это Инок. Квадрик рассекает воздух, моя боевая.